привидение. Где? А ну подсвети сюда, подсвети сюда, подожди. Что там? Подсвети. Давай сиди, заходи, подсвети туда. Я не знаю. Вон оно! Кто он? Оно? Иди сюда. Привидение. Щет. Тут вообще кошмар. Настя, тут кто-то жил. Бомж какой-то, наверное. Боже мой, привидение. Выходим. Оно только что было. Где здесь было? Пошли. Оно здесь было только что. Смотри, тайник какой-то нашел. Смотри, вот. Подожди. А ну-ка иди сюда. Смотри. Смотри, какая красота. Здесь. Настя, представь, что ты этим, как знаешь, как рыцарь. Рыцари все остальные. Смотри. Подожди. Вау. Какие-то перегородки. Подожди, далеко не уходи. Смотри, даже остались решетки, Настя. Остались даже решетки здесь, смотри какие. Ну тут уже что-то уже алкоголики, наверное, пьют. Забросили, не убирают. Я, конечно, не знаю, как бы за границей это бы все чистилось, убиралось бы. А здесь это никому не надо. Хотя, казалось бы, памятник могли бы сделать достопримечательность огромную. Даже деньги брать за это все. Ну, никому это все не надо. Подожди, пошли, мы же тут не смотрели еще. Нет, я бы... Какой высоты? Смотри, как тут сколько окон. А, смотри, тут были эти, наверное, ставни. Ворота. Под ворота, глянь. Мы пошли уже. Куда пошли? Мы только пришли. Смотри, под ворота. Открывались, закрывались. Все, пошли. Давай. Мы сейчас поднимаемся наверх, ребята. Давай руку. Какую руку? Подожди. Давай. Я тут сам боюсь, Настя. Пошли. Легкие ступеньки. Ё-моё. Это как какой это этаж? Второй? Подожди, стой. Папа, стой. Да что стой? Подожди ты. Давай руку. Я буду за сумку. Какую руку? Не тяни меня. Сейчас упадёшь. Куда я упаду? Никуда не упаду. Смотри. Здесь какой-то песок. Это мы уже на втором этаже второй крепости. Не, конечно, вид красивый. О, смотрите, какое. Еще что я нашел. Настя, иди сюда. Это тоже открывались раньше ставни. Знаешь, что это ворота такие? Дур, на этом. На цепях. Вот одно. Вот второе. Настя, ты представляешь, мы сейчас ходим по истории. По следам истории. Вот тут отбивались. Там, наверное, пушка какая-то была. Ты где там? Настя. О, ёпки! Ты чего так меня пугаешь? Настя, больше меня так не пугай, я уже штаны наложил. Так, а ну-ка давай в окошко посмотрим, что здесь. Вот тут он еще, третья крепость идет. Пошли в третью крепость. Потом подземелье опустимся. Пошли? Настя, а для чего этот дыра вообще здесь? Может, туалет был раньше? Какой их туалет? А ну, подожди, на камеру еще больше. Какой это был туалет? Королевский. Во. Это был королевский туалет. Кого? Там где отлаживали кое-что. А что отлаживали? Я знаю. Золото? Да. Или личинку? Да, личинку. Личинку. Все, выбираемся отсюда. В другую пошли. Подземелье. Так, мы продвигаемся к третьей крепости. Вон она идет. Это уже А, это еще не последняя, еще на другой стороне крепости. Здесь как городок, да? Вот там можно забраться. Где? Куда? Вот там, вот там. Можно ну да. Забраться.
Наверное. Круто ты скатилась, а? Давай скатывайся. Ой-ё. Тут, конечно, ужасные крепости. Аж жутко. Давай, катайся. Нет. Вот, здесь свалка мусора запрещена. Штраф от 3 до 50 базовых величин. Завалили. Завалили, да? Всего уже. И камней. Какая-то лестница даже есть. А вон даже и балки остались. Как мы сюда зайдем? Не скажешь, Настя? Что? Как мы сюда зайдем? Не знаю. С какой стороны? Вход поищем, еще вход. Пошли вход другой поищем. Этот вход не подойдет нам. Если нету, тогда проберемся через этот. Смотри, какие решетки на окнах. Ого. Ого. Настя, будешь залазить сюда? Залазить будешь? Так залазь. Я, короче, наверное, тоже туда залазить не буду, но в бане. Тут, блин, все засыпано. Мы, наверное, не пробрались в эту крепость, так и оставим ее, потому что там все завалено. Вон даже сосульки висят. Папа, давай забираться на гору. На какую гору? Мы, наверное, в это уже не попадем, да? Потому что там не забраться. Давай заберем. Пошли, знаешь, куда? Пошли туда, вон, подземелье. Уйдем в подземелье, вон туда. В общем, все очень интересно, мы ни разу не расследовали. Вот эти вот бобруйские крепости, так именно просто были в них. Но конкретно обзор не делали. Ну, Настя тоже снимает свой блог. И сейчас пойдем в логово. Пойдем в логово, да. Так, сейчас мы зайдем в подземелье, посмотрим, что там. Здесь, в общем, везде вот эта вот вся большая площадь. Идут бобруйские крепости. Знаете, просто как бы можно это все было реставрировать, но, видать, никому это не надо. И даже потом брать билет за вход, газоны насеять, это очень интересно. Но так забросили, везде бутылки валяются, мусор. Настя, в какую будем ходить? В эту? Давай в эту. В эту? Да, или в эту? Я не знаю. Ты рискнешь, ты боишься или нет? Нет. Ну пошли.